Ульяновской области состоялась 35-я конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Путем тайного электронного голосования был избран новый секретарь регионального отделения. Гостем конференции стал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он обратился к участникам события с приветственным словом, обозначив круг задач, которые нужно решать в регионе путем консолидации всех политических сил. Я всегда говорю и говорю снова, мы все в одной лодке, и нам нечего делить. Давайте работать и двигаться, и будущее с высоко поднятой головой вместе. На конференцию также прибыли сенатор Совета Федерации России от Ульяновской области Сергей Рябухин, депутаты Государственной Думы Сергей Морозов, Владимир Кононов и Владислав Третьяк. Ну, вспомните, мы отдавали от Татарстана, и от Самары, всех наших соседей по спортивной инфраструктуре. А сегодня мы гордимся, что у нас один из лучших катков, у нас художественная гимнастика прекрасно сделана, спорты строятся, бассейны. Это все ваша работа, совместная наша с вами работа. И мы, представители, которые государственные люди, Совет Федерации, лоббируем интересы Ульяновской области. Потому что Ульяновская область – это наша область, наша родная область, которую мы любим. Делегаты 35-й конференции подвели итоги работы за последние 5 лет. Избрали новый состав регионального политсовета, его президиум и региональную контрольную комиссию. Александр Сидоров, молодой адвокат и общественный деятель, впервые вошел в состав политсовета Ульяновского регионального отделения «Единой России». Войти в обновленный политсовет Ульяновского регионального отделения партии «Единой России» для меня в первую очередь это огромная ответственность. Это возможность для совместной работы, обмена опытом с коллегами по решению ключевых задач по улучшению качества жизни наших граждан. Впереди нас ждет огромная работа. Нам важно усилить эффективность обратной связи с жителями Ульяновской области. На пост секретаря регионального отделения было предложено 2 кандидатуры. Владислав Третьяк выдвинул Владимира Камека и попросил его поддержать. А член политсовета «Единой России» Вадим Андреев предложил Константина Долгова. По результатам тайного электронного голосования секретарем Ульяновского регионального отделения партии «Единая Россия» был избран Владимир Камека. Главное – оправдать доверие жителей области. А для этого нам с вами необходимо... Нам, представителям партии президента, делать все для благополучия наших земляков, для повышения качества их жизни, для устойчивого поступательного развития нашего региона. Владимир Камека поблагодарил делегатов за поддержку и доверие, которые ему оказали, избрав руководителем регионального отделения партии. Новый секретарь дал слово офицера, пообещав делать все, что от него зависит, на благо жителей нашего региона. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Ул Правда ТВ.